Это самые дорогие туфли в мире. Стоят 17 миллионов долларов. Туфли изготовлены из настоящего золота и украшены парой бриллиантов 15 карат. По периметру обувь обрамляют еще 236 маленьких бриллиантов. На них 100 карат бриллиантов, все безупречной чистоты. Это очень-очень дорого. Все обрамлены в белое золото. Золотую пару представили потенциальным покупателям в семизвездочном отеле в Дубае. Дубай – город миллионеров и миллиардеров, и мы приближаемся к Экспо-2020. Правитель Дубая вложил по-настоящему много денег в инфраструктуру. Он смотрит в будущее. Вместе с самыми дорогими туфлями подготовили еще три пары эксклюзивной обуви. Они стоят от 17 до 25 тысяч долларов. Мы запускаем в продажу эти три пары туфель вместе с самыми дорогими туфлями в мире. Они украшены бриллиантами, рубинами, жемчугом и золотом. Бриллианты вечны, но как насчет кожи? Здесь покупателям также волноваться не стоит. Цена включает пожизненную гарантию. То есть, если на коже туфель появятся потертости, ее заменят.